Туристический фестиваль прошел в Туркестанской области. По словам организаторов, главная цель мероприятия – развитие экологического направления. Участие в этом году приняли 200 человек. В течение двух дней проводились различные командные игры, соревнования и экскурсии. Также в рамках фестиваля на вершине горы в Сайрам-Угамском национальном парке альпинисты установили памятную доску по случаю 5-летия региона. Отмечу, в прошлом году достопримечательности области посетили около 500 000 туристов. Туризм в Туркестанской области мы развиваем в трех направлениях. Первое – культурно-исторический туризм. К примеру, посещение мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави, Арстанбаб и древние городища Отырар. Второе – оздоровительный. В регионе есть множество санаториев. И третье – экотуризм. У нас много живописных охраняемых территорий. Среди них Сайрам-Угамский нацпарк и Аксу-Жабаглинский заповедник. Число желающих побывать здесь растет с каждым годом.